Всем привет, ребятки! Алекс Вулфинг снова с вами, и сегодня мы поговорим о Doom 3 BFG Edition. Я думаю, все-таки стоит, наверное, сказать пару слов о моем в целом отношении ко всей серии, да, о Doom. Не могу сказать, что я являюсь фанатом, не могу сказать, что я играл в первые две части в те времена, когда они выходили. Нет, этого не было. Играл я в первую часть где-то в годах 2000-х на плойке. И могу сказать, что это была крутая игра, которую я в будущем с радостью перепроходил. Да, и по большому счету наслаждался геймплеем, потому что он был... Да он до сих пор такой, да, он драйвовый, боевитый, бегаешь, долбишь. Ну, прям есть такое ощущение. Есть ощущение драйва, и это, безусловно, круто, да. Несмотря на то, что там пиксельная графика, играется Doom офигенно. Вторая часть, ну, по большому счету, та же самая первая, да. Ну, не будем, да, вдаваться в подробности. И тот момент, когда все ждали Doom 3... Да, это, конечно, я помню, было все время Катафуэрия, Doom 3, Far Cry 2, о, или Far Cry, да, это прям было вообще что-то экстраординарное, да, типа игры, которые взрывали ваш ПК, и это таки было, это вот в свое время, там, Crysis, да, вот то же самое, такой бичмарк для твоего компа. Это было круто, эта игра на тот момент была суперская, свет, тени, графоний, реально, безусловно, супер. Но в третью часть я в свое время не поиграл. Объясню почему. На тот момент, когда она вышла, у меня не было компа, который ее потянул. Потом, когда появился комп. Честно говоря, что-то как-то не доходили руки по одной простой причине. Потому что, ну, отзывы объективно не самые лучшие были у третьего Дума. Понятно, что часть игроков кричала «Круто! Классно!», но часть игроков говорила «Ну, не очень». Игра дерьмецо, и прохождение она не стоит. Поэтому, безусловно, руки поэтому и не доходили, да? Как бы странно это ни звучало. Но 2019 год, и все-таки что-то я так подумал, и думаю, ладно, бог с вами, давайте поиграю, давайте попробую. И что я могу сказать? Ребят, в 2019 году Doom 3 это полный шлак. Полный шлак просто. Да, игра выглядит круто, то есть ты понимаешь, движок, мощности, ну, это реально там на свое время был просто топ. Но мне игра просто не понравилась геймплеем. Не атмосферой, геймплеем. Очень скучно, нудно, стрелять неинтересно. Не чувствуешь оружия вообще никак, вот там, знаете, дробовиком долб. Ну, вот нет этого ощущения. Да, и поэтому... Когда кто-то говорит там, блин, а иди делать всегда крутые шутеры. Да, безусловно, они делают крутые шутеры, графонистые, да, там, игры, которые в свое время выходят и просто сносят всем крышу. Но спустя годы вот в это играть просто невозможно. Ну, это объективно говоря. Понятно, что, конечно, может кто-то со мной поспорить. Сделайте это, да, если все-таки хотите. Но мне было неинтересно. Знаю, что... В свое время был огромный акцент сделан на свет, да, здесь же, ну, атмосферы нет, понимаете, ну, как бы вот, она как бы есть, но ее как бы нет, опять же, ты вроде играешь, вроде бы должно быть страшно, но тебе не страшно, потому что тебе просто не нравится геймплей. И в целом, все мнение о Думе, я где-то пошел пол игры, и я думаю, знаете, вот, как обычно начинается, надо допройти, ну нельзя там выкидывать на полпути, надо пройти. Я просто сидел, играл, думаю, ну ты кончишься, нет вообще, или где-то весело начнется. Появилась пила в какой-то момент, было здорово, круто, да, там, ну это закончилось очень быстро. Поэтому Doom 3 для меня это не крутая игра, это... Пережиток прошлого, да, который сейчас все-таки, к сожалению, играть достаточно скучно. Да, опять же, многие могут мне сказать, зачем ты садишься за старые игры. Ребят, все просто. Можно играть там в The Suffering, на PS2 в куче игр, да, и ты поймешь, что крутым может быть геймплей, да, то есть не обязательно графика. Графика это вообще там второстепенная часть, геймплей.
первую очередь, геймплей, сюжет, игра должна вовлекать. Здесь этого нет, и поэтому у меня такое мнение на самом деле и сложилось. Вот. Хочу на самом деле узнать ваше мнение. Да, уверен, что вы сможете подсказать, сможете прямо высказать именно свою точку зрения, да, и тогда уверен, что мы с вами даже сможем подискутировать. Так что, кто со мной согласен, давайте лайкусики, кто не согласен, дизлайки. Мое мнение, Doom 3 BFG Edition сейчас это отстой. Так что, пока-пока, ребят.